что делали? Куда ты идешь? На Луну иду! Базы плохо, и мне должно быть плохо! Батон Акахи, ну очень тебя прошу, границу не переходи! Пусть тебе плохо на родной земле будет! Мне здесь хочется! Вот здесь хочется! Хорошо, что пришел! Слушай, Коча! Ты зачем грузинские камни за границу бросаешь? Раз по мосту нельзя, пусть люди по камням друг к другу в гости ходят! А ну прекрати диверсию! Что ты мне сделаешь? Я по своим грузинским камням иду! Выходите из реки! Простынете и умрете впустую! Умру, поорвите меня здесь в речке! И памятник поставьте! И напишите на памятник! Здесь покоятся грузин Ахи Хипиани и осетин Бази Кесаев, которые погибли в речке из-за дурости лейтенанта Гурама Антелава и пограничника Максима Лапшина. Правильно! Да, и меня не забудьте написать. Либералы еще памятники. Так, давай, пока пироги не остыли, как эта речка, говори тост. Бази, я хочу выпить тост за людей, которые любят и уважают друг друга, чтобы им не мешали. Короче говоря, я хочу выпить за мир. Во всем мире! Во всем мире! Ну как так? Хорошая рака? Хорошая. А пироги какие вкусные! Здорово, Штакавы! С вами говорит майор пограничной службы Михаил Загоруйко. Это что за пикник в нейтральных водах? Почему границу нарушаем? Все дороги – дороги Господа. Ему знать, кому и куда идти. Вы, батюшка, у себя в церкви распоряжайтесь. А на границе нам решать, кому ходить, кому стоять. Значит так, товарищи горцы, этой ночью российская сторона вновь понесла потери. Войны! Опять война? С нашей территории похищены 2 барана. А как похищены? Вон они на мосту стоят.